Привет! Ты на канале о бизнесе. Сегодня поговорим о простых и доступных для запуска бизнес-идеях, которые не требуют больших вложений на старте, и запустить их может практически каждый. Если тебе интересны бизнес-идеи с минимальными вложениями, то смотри видео до конца. И также не забывай оценивать выпуск лайком и подписаться, если идеи тебе понравятся. А теперь давай перейдем к обзору прибыльных проектов. Прозрачные купольные палатки. Люди готовы платить деньги за оригинальный и приятный отдых на природе, поэтому не стоит упускать возможности на этом заработать. Есть идея сдавать в аренду несколько надувных купольных палаток в красивом месте за городом, после чего привлекать людей, рекламируя уникальный отдых под открытым небом. Люди хотят выехать на отдых с палаткой, встретить рассвет в лоне природы, насладиться звездным небом. Ведь этого в городе попросту нет. Мы будем сдавать подобные палатки в аренду и зарабатывать на этом деньги. Простую палатку бессмысленно сдавать в аренду, конкуренция слишком большая. А вот купольные и прозрачные варианты являются уникальным предложением на рынке. Стоимость одной такой надувной палатки $800. Если есть возможность, то купи сразу несколько штук, но можно начать со сдачи одной единицы. Стоимость суток аренды такой палатки около $20. Благодаря своей уникальности спрос будет всегда. В месяц можно будет заработать более $300 чистой прибыли. Окупаемость одной единицы 2-3 месяца. Чем больше палаток, тем больше, соответственно, и прибыль. Щетка для мойки стаканов. Обрати внимание на то, какое количество грязной посуды накапливается на кухне после различных гуляний и вечеринок. В основном это стаканы, ведь люди отдыхают и пьют напитки, а каждому гостю нужно выдать один или даже несколько стаканов. После веселого праздника приходится все это мыть, а стаканы создают массу проблем, ведь их мыть очень неудобно. Мы предложим людям решение этой проблемы и попробуем на этом заработать. Товары для дома и быта пользуются огромным спросом на рынке, поэтому потенциальный покупатель есть, нужно только сделать ему интересное предложение. Специальная щетка крепится к раковине, после чего мойка одного стакана занимает несколько секунд. На отечественном рынке такие приспособления не продаются, что будет плюсом для нас. Стоимость одного такого устройства в Китае стартует от $3. Продавать мы его сможем уже по цене более $6. Прибыль более 100%. А это уже говорит о том, что идея имеет право на жизнь. Запусти таргетированную рекламу в интернете, и покупатели сразу же найдутся. Ведь это интересный товар, который решает бытовые проблемы. Продажа машины для завтрака. Завтрак является чрезвычайно важным приемом пищи. Он наполняет наш организм энергией и позволяет провести активный день с пользой. Но для приготовления вкусного завтрака приходится использовать массу оборудования и инструментов, что создает определенный дискомфорт. Мы решим эту проблему, предложив людям универсальную машину, которая делает завтрак более простым и приятным. Это специальное оборудование 3 в 1, которое включает в себя сковородку, кофеварку и небольшую духовую печь. Остается расположить вкусности по своим местам, и можно наслаждаться завтраком. Булочки всегда будут теплыми, яичница приготовлена и свежа, кофе всегда будет горячим. Стоимость такого оборудования в Китае $25, но мы его будем продавать уже в районе $40-50, делая наценку порядка 100%. Благодаря эксклюзивности и универсальности товар привлечет к себе внимание и позволит нам заработать хорошие деньги. В месяц можно будет продавать более 10 приборов, зарабатывая на этом $250 чистой прибыли. Оборудование для нарезки ингредиентов. Если у тебя своя точка уличной еды или небольшое заведение общепита, то чем эффективнее происходит подготовка ингредиентов, тем больше можно заработать. Приобретая специальное оборудование и автоматизируя некоторые процессы, можно существенно увеличить прибыль заведения. Мы попытаемся решить проблему с нарезкой различных ингредиентов, начиная от мяса и заканчивая салатами, что в обыденной жизни повара отнимает массу времени и усилий. Помимо того, что теперь процесс будет проходить более эффективно, качество результата увеличится, что позволит экономить дорогостоящие ингредиенты. Стоимость такого устройства в Китае около $500, что является небольшой платой за увеличение эффективности производственного процесса. Повар сможет быстрее готовить ингредиенты для того или иного блюда, выполнять их привлекательную нарезку, подавая больше блюд за определенный отрезок времени. В целом, установка такого оборудования в точке уличной еды
может увеличить прибыльность бизнеса на $100-200 в месяц, окупаемость около 2-3 месяцев, после чего автоматизация приносит прибыль. Продажа шейкеров. Успешный торговый бизнес строится на том, что мы предлагаем своему покупателю полезный и интересный товар, а он готов за него отдавать деньги. Мы попробуем построить бизнес на трендовом товаре, который довольно сложно найти на отечественном рынке по разумной цене. Продавать будем шейкеры, которые используются для приготовления разнообразных коктейлей. Коктейльные вечеринки набирают большую популярность, поэтому товар будет быстро находить своего покупателя. Стоимость высококачественного шейкера в Китае не преодолевает отметку в $10. На отечественном рынке мы сможем продавать его уже по цене от $15 и выше. Все зависит от конкуренции в определенный момент времени. Прибыль в 50% не самая большая из возможных на рынке. Но если рассчитывать на массового покупателя, то заработать можно будет большие деньги. В месяц можно будет продавать около 50 шейкеров, что в сумме принесет от $250 чистой прибыли. Машина для производства домашних пельменей. Пельмени являются одним из самых популярных блюд во всем мире. Людям нравится вкус и простота этой еды. Нравится разнообразие начинок и оригинальная форма. Свидетельством большой популярности блюда является то, что в любом магазине можно найти такие полуфабрикаты, которые изготавливаются крупными производителями. Но, как правило, покупные пельмени не самые вкусные. Домашняя продукция ценится намного выше и всегда находит покупателя. На этом принципе мы построим успешный бизнес. Будем продавать домашние пельмени в городе. Для организации производственного процесса мы купим автоматическое оборудование, которое способно выдавать более 4800 пельменей в час. Стоимость такого оборудования с учетом доставки $1000, но нам остается только загрузить тесто и начинку, всю остальную работу выполнит автоматика. Стоимость 1 килограмма домашних пельменей около $4-5. Продавать в день мы будем более 10 килограмм, а иметь с этого $25 чистой прибыли. В месяц легко можно заработать более $500, но если выйти на крупного покупателя, то можно зарабатывать в разы больше. Уникальное устройство для приготовления особых яиц. Стандартное вареное яйцо никого уже не удивляет, но остается одним из самых распространенных блюд на планете. Мы будем строить свой бизнес на продаже специального бытового устройства, которое позволяет приготовить яйцо по уникальной технологии. Суть данной технологии заключается в том, что яйцо устанавливается в наше приспособление, после чего взбалтывается внутри скорлупы. Приготовив такое яйцо, мы получаем уникальный результат. Белок и желток смешался между собой, яйцо имеет желтый цвет, однородную структуру, непревзойденный вкус. Стоимость одного такого шейкера в Китае около $12. Мы его будем приобретать оптом, поэтому продавец сможет сбросить цену минимум до 10 или даже ниже, все зависит от партии. Продавать устройство мы будем по цене $15 за штуку, при этом рассчитывать на массового покупателя. Чистая прибыль с одной позиции составит $5. А это очень хороший показатель в сфере бытовых принадлежностей. В месяц можно будет продавать более 50 единиц товара, зарабатывая от $250 и выше. Услуги триммера с особой насадкой. Триммерами для травы никого не удивишь. За последние несколько лет это устройство стало основой процесса покоса травы. В городе легко найти человека, который приедет на объект и выкосит траву на лужайке, но невозможно найти человека, который мог бы уничтожить траву на всей территории, удалять ее между плиток под фундаментом, очистить некоторые поверхности от въевшейся грязи. Мы будем предоставлять такие услуги, благодаря специальной насадке на триммер, которую на отечественном рынке продают очень редко. Это жесткая насадка в виде металлической щетки круглой формы. Мы устанавливаем насадку на триммер, отдаем оборудование своему работнику, отправляем его на объект и предоставляем комплексные услуги по очистке территории. Если стандартный покос травы оценивается на рынке в $10 за час работы, то мы сможем поднять цену до 12. Стоимость щетки $15, а значит, окупим мы ее в первый же день работы. Далее, благодаря такому аксессуару, мы привлечем больше внимания к своим услугам, а значит, сможем увеличить прибыль. Машина для отшелушивания кукурузы.
В сельской местности принято выращивать кукурузу, ведь она идеально подходит для корма домашней птицы и скота. Кукуруза очень просто выращивается, дает хороший урожай, позволяет быстрее развивать свое хозяйство и экономить деньги. Но как только урожай собран, начинаются проблемы, ведь сами по себе початки завернуты в шелуху. Необходимо снять ее и только потом добраться к зернам. Времени на то, чтобы отшелушить кукурузу, уходит очень много, но мы решим эту проблему и заработаем деньги. Суть нашей идеи будет заключаться в том, чтобы сдавать в аренду специальное оборудование по отшелушиванию кукурузы. Мы купим несколько таких устройств, распространим их по селам, примем на работу местного человека в селе, который будет предлагать услуги по аренде. Стоимость в Китае такого оборудования $500, аренда в сутки обойдется клиенту около $10. В сезон сбора урожая мы сможем заработать более $1500. А так как охватываем мы несколько сел, то и заработок получится в разы больше. А на этом все. Смотри другие полезные видео на канале, а также подписывайся и оценивай видео лайком. Спасибо за внимание и удачи тебе в бизнес-начинаниях!